давай охуяй. Всем привет! Сегодня у нас очень интересный видос. Короче. Я заранее прошу прощения за то, что я снимаю вновь с Настей. Я понимаю, что она вас порядком уже заебала. Сука блядская. Дрочи свой хуй, блядь, отсюда. Они любят меня, они ждут меня на твоем канале, дебилка. Повторяемся еще раз, мы против употребления алкогольной продукции. Да. Мы за ЗОЖ. Конечно. Но сегодня исключительно ради записи видео. Мы хуяримся. Ау, на, блядь. Он какой-то долбоёб, ты чё дерёшься-то? Я не держусь еще. Короче, суть видоса поправить свои шорты. Суть видоса. Мы читаем какие-то интересные детские загадки для школьников. Если мы отвечаем неправильно, то мы хуярим коктейльчик. Ну, скорее всего, Олег нахуярится уже, блядь, на третью загадку, потому что эти загадки какие-то слишком ебаные. Если он у вас есть, вы хотите поделиться. Если вы поделились, у вас его уже нет. Что это такое? Попу как у Ким. Пускай это будет. Кэш. Кэш, деньги, мани. Секрет, тайна. Хуясь. Ну давай, глотай. Ну ладно, это половинку, да? Да не, ну пей, короче, сколько хочешь. За второй мне побежи, значит. Если вы его не дали, вы не можете его держать. Что это? Это детские загадки, я же не могу сказать хуй. Если вы его не дали, пизды. Обещание! Какая я глупая! О боже! А ведь все логично по факту. Мне придется пить эту парашу, как мне жаль. Она алкоголик. Накормишь — живет, напоишь — умрет. Я понятия не... Подожди, да я реально подумаю. Накормишь — живет, напоишь — умрет. А пока Олег думает, я хочу похвастаться своим новым цветом волос и стрижкой. Да, ребята, я обновилась. Накормишь — живет, напоишь — умрет. Отец алкоголик, похуй. Огонь! Конечно! Как мы не догадались? Это реально какая-то хуйня. Ну давай, читай мне загадку. Подожди. Я родился в день дождливый, под осиной молодой. Круглый, гладенький, красивый, с ножкой толстой и прямой. Гриб. Нет, я ответил правильно, но все равно, боже. Это как этот стокгольмский синдром. И еще давай скажи, что это я тебя заставляю, отмазка будет. Нет, я так не хочу. Нет! Какая мерзость, хуета. У нас под самой крышей белый гвоздь растет, но как солнышко взойдет, гвоздь растает, упадет. Ну если ты не догадаешься, то ты хуесос. Сосулька так сосулька. Ну ты не пьешь, ладно. В поле лестница лежит, дом по лестнице бежит. Жит. Я догадался. Нет, у меня только в голове слово бричка. Все. Это твой ответ? Да. Мне кажется, что это поезд. Нет! Впереди тебе пизда. Это чисто про тебя загадка. Все меня топчут, а я все лучше. Говори ответ, ты же знаешь его. Шлюха! Правильный ответ, мне интересно, что это. Тропинка. То есть ее протаптывают, но так она лучше не становится, она потом после прихода дождя она говной покрывается. Нет, хорошая утоптанная тропинка, нормально еще с ней. Ну, это какие-то российские загадки. Да ладно, в Европе тропинок практически нет, там все прокладывают. Ну пиздец, ты тут... И люди там, если что, вот так вот углы, они их не сокращают, они реально проходят на каких-то перекрестках. Ну потому что у них там нормально все это сделано, разве нет? Сейчас я допью. Нормально устроилась, Настеша. Нахуяриться. Вот эти детские загадки доводят только до алкоголизма. Кто на себе свой дом носит? Черепах. А если это улитка?
Ааа, пошла нахуй! Дура! Ты чё, долбоёб, блядь? Лет пять ждал этого момента. Пиздец! Я как будто в четвертый класс вернулась, когда, блядь, все прям аж трясутся до усрачки, а ты правильно сказал. Ну и пошёл нахуй, блядь. С неба звездой на ладошку водой. Ты просто в ляске детские загадки, пиздец, как будто стендап какой-то. Ну пускай это, бля, ебаная капля. Снег. Типа звезда это снежинка. Ну, хуяр, чё? А, да? Кстати, правильно. Ещё? Нет, думаю, да. Ну, нет, не ещё. Ну, давай, хуяр. Чуть дрожит на ветерке, лента на просторе. Узкий кончик в роднике, а широкий в море. Ну, это река. Ну, это, блядь, изи просто. Я уже даже не вникаю в то, что буквы читаю. Нихуя буквы те же, что и ты озвучила. Не пей. Прибереги на старость. Под мыху залей. Пиздец, это еще чувырла мне говорит, да меня не разведет. Да я хочу выпить. Подожди, еще ответишь неправильно, тогда выпьешь. Потом, потом рану в горле смажешь спиртом. Оказывается, каждый алкоголик в нашей стране это врач, блядь, без образования. Он просто себя лечит. Падает горошком, скачет по дорожкам. Ты как будто, блядь, все свои извилины напрягаешь, чтобы это... Ну, я изначально представил Соника ёжика. Какой-то, блядь, долбоёб, это дождь. Ну, похуй, дождь. Это град. Пошла нахуй, тварь ебаная. Я пью. Мне кажется, тоже стоит выпить. Ты мало того, что показала себя в предыдущих видосах феминистка, теперь ты еще феминистка-алкоголик. Охуенно, блядь. Так давайте сделаем из нее еще лесбиянку тогда. Не надо из меня никого делать. Лучше бы красивые мальчики наконец-то меня написали. Не бежите. Короче, товарищи, это был первый видос из нашей серии Алкотрипа. Ну, короче, ребята, следующая... Да ты такая, блядь. Ну прости, не держится. Короче. Он, блядь, какая-то ебанумба. Раддел! Корыда какая-то тут у нас. Корабль мне под шторм. Завались. Короче, всем спасибо, что смотрели то, как мы нажираемся. В общем-то, по традиции, вот здесь вот ссылочка на мой инстаграм. И помните, дети мои, алкоголь – это зло, никогда не пейте. Да. Аминь. Бай-бай. Аймен. И жизнь сильно не пи***. Пока. Ну... Подожди, завали бал. Да, блядь. Да прости. Лучшая синхронизация звука, пиздец.